На Кубе 9 дней подряд никто не умер от нового коронавируса. Об этом сообщают врачи. По их словам, для страны это очень хороший знак. Сегодня 9-й день, когда у нас нет умерших от COVID-19. Мы удовлетворены достигнутыми целями по заботе о наших пациентах. На Кубе живет более 11 миллионов человек. COVID-19 здесь выявили у 2200. Скончалось 83 человека. Люди на улицах продолжают соблюдать масочный режим. Мы видим, что несмотря на все трудности в нашей стране, мы смогли сдержать эпидемию и достичь хороших показателей по сравнению с остальными странами континента. Очень важно раннее выявление заболевания, потому что если делать это через несколько дней развития болезни, когда симптомы проявляются уже несколько дней, то риски увеличиваются. Мы достигли результатов, измеряя температуру и выявляя зараженных. На Кубе большинство умерших от коронавируса – это пожилые люди с диабетом или гипертонией. Уровень смертности составляет 3,77% от числа заболевших. За последние несколько недель в 11 из 16 кубинских провинций не выявили ни одного нового зараженного COVID-19. Впрочем, есть опасения, что официальная статистика может быть занижена.